Под моим видео про Космо и Севена многие писали, что Космо ворует, а вот Севен нет. И вот специально для этих людей проведем небольшой эксперимент. Для начала возьмем последнее видео Севена, вот она моя прелесть. Майнкрафт, но я заспавнился на дне мира. Теперь осталось только перевести название на английский и поискать на ютубе. Неужели американский ютубер Каммен вернулся на 5 месяцев в прошлое, чтобы украсть видео у украинского школьника? Я это даже не смог произнести с серьезным лицом. Ну а если серьезно, то я не отстану до тех пор, пока вы не перестанете зарабатывать на воровстве и доверии детей. И к Дарте это тоже относится.